Косову в положении. Были. Мы же мы мужское сомневались. Вы сомневались. Никто не сомневался. И стоял и говорил, да, что я не приехал. А ты приехал. Я приеду, а я здесь. А ты красавчик. Пускай, да, да, Шапал, ты здесь. Ты красавчик, я Шапал. Я готов, да, здесь. Да. Я вырос в Чечне. Это тот грамм мир, который мы ждем. Я здесь. Давай, Перс, иди сюда. Иди, Перс. Ваши аплодисменты, друзья. А это я его привел в ППМ, понимаете? Я. Скажите спасибо. Я не дирижер, еще они сами. Я просто вижу таланты. Драться по правилам. Если Перс говорит, что он хочет что-то, пусть они решат, как молодые парни здесь, но это спорт. Зачем мешать спорт и лично? Я вот говорю, что у него на ММА 5 по 5 у него нет здоровья. Он проходит реабилитацию. Кто придет, будет сомневаться, мужское? А если это вопрос мужского, но он же прямо говорит, едите и деритесь на улице. Если вопрос мужского. Ну, в спорте он не готов сейчас брать, ему просто нет здоровья. Он может скинуть. Блин, хардкор, да, закидывать. Лицемериями, если по факту взять. Лицемерие, я ему сказал. Я же разговаривал, у меня вот есть видео, где мы гоняли. Смотри, боец, нет силы гонять. Есть причина, для чего я не сделал вес. Я не все равно закидываю, дело меня настолько виноватым, как будто я реально испугался, он не вышел. Нет, это только... Сулянов должен, как профессионал, сказать, боец получил травму, он снял. Дайте хотя бы одну минуту без... Сейчас посмотрим. Кто качал по моему мужскому? Я здесь. Что-то плачет, говорит, здесь две братья, мы сменим. Спортсмены, то понятное дело. Надо было по-серьезному относиться. Спортсмен не смог вес сделать, что там такого бывает. А мужское кто качать, я перевернул любого. Любого. Пока это тело будет ходить и двигаться. Будет душа работать. Гость, без остановки, скажи, без никаких правил. Если не здесь выйдет, а мы еще поговорим. Время уже 22:40, минут 10 Шоухал находился на ринге, Шоухал был готов уже тогда драться, капа была с собой, все было с собой. Где был Перс? Перс сидел в кустах. Наверное, женой раздевался. Да, он прятался, его брат тоже прятался. И его брату, Хейбати, я сейчас хочу донести одно слово. Вы говорили, до 23:00 Шоухал не появится, Шоухал появился. 10 минут он был на ринге, и сейчас здесь он готов к бою. Вы где? До 23 часов не будет ответа от вас. Вы идете нахуй. Вот и все. Даня, лайкопасы у кого есть? Бейтума, отмечает, у кого есть лайкопасы. Пойдем, затапиваться. Нет, затапиваться не надо. Натяни, мы просто палец затапиваем. Все, кисть. Я же говорю, пойдем затапиваться. Нет, не так не надо. Просто кисть закрыть. Пойдем, Алексей. Все, брат, понравилось? Мы ждем, короче, до 11 часов, говорит, если появится один шанс. Кому этот бой больше нужен, пацаны? Давайте по-честному. Шоухал и так все знает. Перс, кто на? Шоухал, брат, сфоткаться можно? Не время, брат. Осторожно.
говорит, как будто Рейнер просто так снялся с боя. Мужское качапин, кто увидит твое мужское здесь со мной? Вот что я с любым, кто моим мужским сомневается. Я понимаю, я спортсмен, понимаю, с Уляном Гачуков. Почему ты лицемер на публику, красавчик, а на деле лицемер ты? Понимаешь, ты это прекрасно понимаешь. Вот почему. Вот твой брат Перс правильно назвал это. Надо было с Уляном так, наверное, общаться, а не с уважением.